Всем привет, вы на канале Колкубит. Сегодня мы сделаем сравнение этих часов. Сейчас мы узнаем, почему же вот так этот песок, который в часах поднимается сейчас, мы делаем так. Оп, смотрите, просто поднимается песок. Как это работает? Это магнитные часы, песочные магнитные часы. Стоит недорого, всего лишь 800 рублей. Это будет отличным подарком, если кому-то на день рождения идете и дарите. Они где-то идут около минуты. Вот, и обратно. И обратно так вот. Не, видите, все нормально. Так, тоже. Оп. И у нас появляется вот такая вот горочка. Это все благодаря одному магниту, здесь который находится. Рубль. Да. Рубль. Вот так вот. Ну, в принципе, так вот. А вот и получается сама. Вот такая вот. Вот такие вот часы. Вот. Комплект вот так вот выглядит. Вот. Вот так вот. И сам получается. Там пенопласт и такие вот часики. Смотрите, вот такой вот стакан стоит всего лишь 299 рублей. Вот. Есть вот такой вот стакан. Такой вот. Есть вот такая вот свечка. Вот есть вот так вот светильник.